Блять. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем проходить Resident Evil 2 ремейк. Ебать, что так с FPS все плохо? 35 кадров, 37 кадров. 50, нормально. Живем так, куда нам надо, что? Ага, мы нашли. Понял, одну сохраняшку, одну. Так, хорошо, давайте взглянем на карту. Что у нас есть по карте? То есть нам нужно пробежать сюда. Забежать сюда. Дверь. Дверь с цепями. Отлично, мы можем ее открыть. Потом выбежать сюда и зайти сюда. Все, супер. It's very good. Почему-то мне казалось, что это дело в прошлой части еще. Так, что у нас есть? Ключ, ключ, который нам не нужен. Вот это оставим. Вот это... Чтобы перекрыть воду нужно, точно, все, окей. Так, камень для чего? Камень для какой-то шкатулки по-любому нужен. Так, пойдем. Выбрасывать его не будем особо. Они за... Ебать, они там рычат за дверями. Это пиздец. Так, бежим. Сейчас здесь придурков много будет. Они понавылазили. Просто бежим. Блять, хули ты орешь? Есть, 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 нормально, нормально, супер. Отлично, пробегаем. Пиздец. Ну не куси, ну зачем ты это делаешь? Хорошее начало. Надо чуть-чуть потише сделать, а то слишком громко. Слишком громко. Хорошо. Вот так бездарно мы умираем. Как и все артисты. Ладно, попытка номер два. Я просто очень хорошо промазал. Так, бежим. Этого мы пробегаем. Все супер. Супер, не куси. Этих двух дебилов мы тоже пробегаем. Отлично. Огонь. Шикарно. А вот это вот мы уже не пробежим. Бежим. Бежим. Хорошо. Там, по-моему... Мы можем сделать тройную траву, но... Мне кажется, слишком много травы надо будет курить тогда. И, сука, нам придется сделать ее. Да, нам придется есть. А может и не придется. Так, выбросить. Отлично, берем детонатор. Так, что у нас по карте? Что мы здесь про... Я не понимаю, что мы здесь пропустили. Так, светошумовая. Все-таки придется увидеть. На втором этаже у нас будет лизун. Что дают три зеленые травы? Отлично. Что они нам могут дать? Дай твою ж душу, больная женщина. Никакого покоя от нее нету. Лэп. Заходим сюда. Так, хорошо. Пленку хранить. Если я не ошибаюсь, для титонатора нужна батарейка. Ну-ка, изучить. Да, нужна батарея. Потому что его можно тоже пока мисс положить, хранить. И, по-моему, детонатор нужен там, где был шут. Хорошо, я все-таки хочу... А здесь мы что, блядь, не взяли? Почему оно все красным светится? То, что эта комната закрыта? Давайте пройдемте еще раз. Посмотрим. Или из-за досок здесь у нас. Ну давайте возьмем доски, отнесем их с собой. Либо заколотим первое попавшееся окно.
Что за... Спит? Спит. Здесь мы что не подобрали? Конкретно в этой комнате что-то мы не исследовали. Блять, какой здесь жуткий звук. Мама мия. Тут дверь нам не надо. Патроны. Угу. Понятно, окей. Ладно, супер. 7 патрон. По-моему, мы больше потратились, если честно. Все, супер, огонь. Где записка от с комбинацией от сейфа? Неужели я до сих пор ее не нашел? По идее, она должна находиться очень быстро. Но, судя по всему, что-то где-то я пропустил. Либо она у меня уже есть. Полицейский участок. Это крафт. Первое задание для новичка, это мы открыли. Записка. Так, хорошо, лекарственные свойства трав. Так, фотография. Я помню, что тут на том листке должны быть типа красные цифры нарисованы. Так, здесь у нас пульт. Комната записей. Здесь у нас два пороха осталось. Здесь доска. Ой, блядь. Что такое-то, а? Так, эта дверь у нас открылась, по идее? Да, открылась. У нас теперь здесь есть короткий путь. Оно здесь из-за сейфа все красным подсвечивается, или та комната должна отдельно быть? Так. В этом сейфе должен лежать подсумок. Подсумок уже жизненно необходим. Без подсумка здесь слишком душно играть. Слишком много махинаций надо делать. Так, ладно. В принципе, давайте сохранимся. Пленку, я думаю, мы еще раз добудем. Хотя пленку лучше вот так вот просто не разбазаривать. Но ее достаточно здесь. Давайте вот на этом этапе сохранимся. И все будет огонь. Кстати, я выключил Fidelity FX, и я еще, по-моему, выключил этот. Специально для вас. Да, я выключил Fidelity FX и повысил качество. Потому что вот это вот размытие... Оно делает такую картинку неприятную. По-моему, душевая комната выше или здесь. Нахрена мне ее убивать? Просто пройдемся. Да, душевая комната здесь. Лэп, лэп, лэп. Я помню, один пароль у нас был лэп. Мы его видели. Но он не отсюда. А хрен пойми откуда. Возможно, скорее всего, этажом выше. Супер, мы выключили пар. Тут разорвала детонатор. Угу. Что здесь у нас? Дисковый замок, хорошо. Душевая, я так понимаю, вся красная тоже из-за него. Ты же встанешь? Блять. Лежи. Не вставай, пожалуйста. Весь этаж красный, твою душу. Порох, супер. И ничего. А здесь у нас что-то страшное. Судя по звукам,
Ну прям очень страшная. Кто-то вкусно кушает. А как, подождите, бросить гранату? Светошумовую, как ее использовать-то? Убрать, изучить, объединить. По-моему, ее можно было бросать. Я слышу лизуна. Два патрона для дробовика. Все, 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 понял, зря буканул, боже, нахуй. Что? Блять, какой он страшный. Сука, монстр. Маньяк-убийца. И мы проебались эту шумовую гранату на эту дуру. Не спрашивайте, зачем я это сделал. Я, видимо, на патроны богатый. Здесь у нас что? Может, здесь ЛП есть? Хорошо, здесь нету. А где? Подождите, а где? Заминированная преграда. Здесь другой. Это из душевой зоны. Здесь сейф. Здесь тоже сейф. Здесь это. А где еще один ящик? Там у нас была пароль лэп. Здесь мы никуда пока мисс толком не выйдем. Нам сюда пока мисс рано. Мразота. Блять, вот полностью согласен. Живущая еще причем. Все, лежать лежа. Подождите, а может у нас на первом этаже? Вот здесь сейф где-то? Нет. Лэп рум. Лэп. Нет, там не лэп рум, там по-другому как-то было. Лэп это пароль. Хорошо. Давайте возьмем дробовик. Детонатор. И нож возьмем против этой твари. Все, все, не бузди. Не бузди, пожалуйста. 2F раздел у нас. Так. Блять, я даже не знаю, как... Ебать, ты вертушки крутишь, дядя, успокойся. Сюда. Да? Блять, нахуй эту тварь. Сука. Мне инфаркт жопы чуть не случился. А, точно, найдите флешку. Все понял. Флешку ставим, мы можем открыть это место и флешку с собой забрать. Но флешка еще для чего-то нужна будет. Вот точно для чего я не помню. Отлично, светошумовая. Все, вот теперь нам будет можно ее ушатать. Так, травка. Красная. Красная нам дает броню. Пусть лежит пока мы здесь. Здесь у нас медпояс. Здесь у нас порох. По идее, если мы объединим с этим, получим патроны для дробовика. Огонь.
Вообще супер, пойдемте захерачим эту тварь. Батарейка. Сука, я ее только оставил. Вот, да, комбинация от сейфа. Записка о перемещении офисных принадлежностей. Термостойкий сейф. С комбинацией из трех чисел. Перемещен из офиса Старс в западный офис на первом этаже. Комбинация 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Имеет... Изменить ее сразу после получения записи. Отдел снабжения полицейский. Так, все. Супер. Где ты, мразь, я тебя боюсь. Че? Где? За углом, да? Ну ты и гнида. Ебать, ты чё встал? Все, я понял, я зря буканул. Честно, дядя, я не хотел. Успокойся. Фу, блять. Слабенький. Угу. Отлично, мы можем теперь спуститься за сейфом. По запискам, может что-то есть? Что-то, что мы здесь не забрали, кроме травы. Только эту комнатку и флешка нам нужна. Батарейку мы забрали. Да, батарейка у нас есть. Это отлично. Возьмем тогда траву сразу. Пройдем до конца. Угу. Все, сосуна здесь больше не будет. Здесь комната с ключом, отлично, пусть пометится. По карте коридор у нас облутанный. Здесь у нас только флешка. Все, супер, открыли. Единорог. Мы себя уже все достали, я так понимаю. По-моему, с единорогом мы все достали уже, да? Да, вот она. Единорог у нас, рыба, скорпион, водолей. Ну, если нельзя здесь сидеть, значит, уже все достали. Отсюда мы можем выйти в библиотеку. Из библиотеки мы можем пиздюлей получить. Понятно. Лучше пройтись вот так. Уже безопасно, проверенным методом. Почему-то у меня такое ощущение, что как будто сейчас титан появится. Тиран где-то такой. Здрасте, блядь. И даст мне поебалу. Как это обычно бывает. Она неубиваемая, ее смысла убивать нету. Терминатор, блядь, на полставки. Забегаем в наше хранилище. Скидываем дробовик. Для патронов, да. Для патронов, все верно. Это достаем. Да не вот это, нам назад. Вот это хранить. Вот это достать. Вот это объединить. Вот это хранить. Вот это объединить надо. Все, супер, мы знаем, где что взрывать. И она сюда приперлась. Как она меня, если честно, уже под за... Да что за... Все, пусть лежит. 7 влево, 15 вправо, 9 влево был сейф у нас. А точнее код от сейфа. Так, проверим мою память. 7 влево, 15 вправо, 9 влево. Нет? Ладно, память у меня дрявая, так уж и быть. С
памятью у меня проблемы, я согласен с вами. То есть, подожди. 9 влево, 15 вправо. Ну вот 9 влево. 15 вправо и 7 влево. Все, я понял, в чем мой косяк был. Огонь. Плюс 2 подсумки. Супер. Еще бы 2 найти, и хоть как-то можно будет жить. Все, офис у нас чистый. Нам нужно идти взрывать детонатор, я так понимаю, по инвентарю. Шкатулку мы еще не нашли, чтобы она открылась. И еще одну статую мы тоже не нашли. Кто из статуи у нас остался? Так как ты за... Да заткнись ты уже. И этот, блядь, стучится. Че вы все такие буйные-то, а? Блин, супер вообще. Графика мне огонь. Графика огонь. Мне нравится. Так, здесь мы... Устраиваем подрыв детонатора. Почему мне казалось всегда, что мы душ взрываем? Так, огонь, пошло, пошло решение головоломки у нас. Идыщ. Да где, кто? Нормально, так и живем. Я хочу сделать это сплитскрин. Отлично, сохранить. Это нам не сохранять. Все, огонь. Так, хорошо, статуя девы. Какой у нас там пароль от девы был? Девы, 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 девы. Дева, стрелец, змея. Дева, стрелец, змея. Дева, стрелец, змея. Змея? Это колосок. Рыбы, змея. Все, супер, мы получили медальон девы. Огонь, пушка. Ты чё такой буйный, дядя? Дерьмо! Да блять, башкой не мотай, пожалуйста. Все, лежи, тебя никто не трогает, отдыхай. Всё, ты в отпуске. Ебать! Иди нахуй! Ты, блядь, там откуда взялся, ебаный ОМОНовец? Хуя, сука! Уйди, не бей! Зачем тебе это надо? Брось, фу таким быть! Сука, фу! Да выйди там в дверь! Иди нахуй! Чтоб я тебя больше не видел, сука! Фу! Фу, блядь, фу нахуй таким быть! За жопу меня еще укусил, сука! Давайте, еще пусть мне титан теперь навстречу выйдет. Мне шиво для полного счастья не хватало. Так, теперь нам нужно в главный зал приздавать. Сука, какой он стрёмный этот лизун. Хули ты шипишь, блядь. Давайте возьмем это, возьмем вот это. Так, мы можем пройти через западный офис и ставить уже статую. Ставить статую. Конечно, это звучит двусмысленно, но мы вставим статую. Приперлась она, блядь, с третьего этажа, теперь живет на первом. Че и, блядь, не имется.
Ты это видишь? Нет, он уже мертв. Давай-ка, сцена секретная. Он что-нибудь скажет? Ведет под землю. Бинго. Это наш выход. Лейтенант Брана! Марвин! Уходим. Эй, Марвин. Вам срочно нужно в больницу. Так, ё-моё, я скриншотов наделал, ребят. Не ругайтесь, пожалуйста. Здесь такой красивый скриншот. Нет, нет, я... Иди один. Эй, я помогу. Иди! Мы можем оба спастись. Просто... Слишком поздно. Еще скриншотик. Я пытался, но... Это не остановить. Оно не... Сука, почему ты не скриншотишься? Зараза должна погибнуть здесь. Теперь это твой долг. Уходи. Понимаю. Прощай, Марвин. Ресепто Эп. Я не подведу вас. А не рано ли мы уходим с полицейского участка? Собственно говоря. Не уходя от дела. Понив. Здесь мы можем вернуться или не можем вернуться? Мы не можем вернуться в полицейский участок. Хорошо. Хорошо. Кстати, я выключил эту технологию. Fidelity FX, которая дорисовывает кадры, и у меня перестало проседать FPS. Меня это прям радует. Так, в этой комнате больше ничего нету? Нету больше ничего. Кроме как активации какой-то. Ой, подземелье, ну бля. Ну блять. Что за... Я понял, идем вниз. Супер ручная граната. Отлично. Ага, вот сюда еще флешка нужна будет. Из полицейского участка, так хорошо. А, здесь у нас файт с боссом будет. А у меня пульт, кот наплакал. Тираном, здесь файт с этим бешеным ученым. Блять, Леона вообще стальной подводки стали ломают с тобой. Да не, это скорее всего волшебный бронежилет все зарешал. Я уверен. Господи. Блять, я пришел поговорить.
Явно не пришел поговорить. Я с тобой согласен. Так. Хорошо, хилочка. Почему? Да. Почему? Нормально. По красоте. Мне кажется, ему плохо. Он как-то, знаете, нездорово, ребят, выглядит. Вкусная граната. Я думаю, вкусная. Так, хорошо, он бежит за нами. Ты... Блять, ну не сожжем же на него. Ёб твою мать, где он? Ты вроде профи... Ага. А я думал, что у меня светошумовая есть. И это все, дядя? Ай. Ай-яй-яй-яй. Ага. Супер, супер грустно все. Так, тихо. Что у нас еще есть, кроме травы? Только зеленая трава. Черт, где он? Забираем зеленую траву. Что у нас еще есть? Все, Блутона, понял. Я понял, у нас с патронами все грустно. Здрасте. Дядь Вань, не надо этого делать. Надо убить его, иначе никак. Ай, здесь тупик. Здесь тупик. Пистолет — это такая хуевая стабилизация, если честно. Но это будет рассильно долго, я чувствую. Он еще, сука, моргает своим глазом, как пиздец. Моргать-то нахуя? Как же я иногда радуюсь, что у нас Леон профессиональный марафонец. Да не застревай ты! Пропаклет ты наш. Нормально, пока месси попадаем. Нам поебало, пока месси попадают. Давай, давай. Куда? Он нас догоняет. Бежим. Не тупи. Что с тобой? Он закрыл глаз или что? Почему все выглядит так, как будто сейчас что-то ебанет? А где твой глазик, принцесса? Все. Что, блядь, это было? Где он? Он просто исчез? Боже.
Отдай, дядя Ваня, отстань. Ай, блядь, больно. Ты мне бронежилет порвал. Понял, правильно. Умный пират всегда идет в обход. А что такое? А что такое? А что, не нравится? Красавец-то наш. Опять закрылся глазик. Отлично, хорошо попали. Ой, блядь, вот это вот больно. Он по нам лучше попал. Что такое? Хорошо. Ладно, у нас хоть патрон. Патронов. Патрон. И мы промазали. У нас теперь 7 осталось. 7 это счастливое число. Дядя Ваня, не надо разгон набирать, не надо, Леон, не застревай, пожалуйста. Важный ответственный момент. У нас с тобой 7 патронов, ты понимаешь? Дядя Ваня бузит. Три патрона. Так, хорошо. Один патрон остался. Нож. И чё, у нас один патрон остался. И чё мне теперь делать? И хилок нету. Всё, дядя Ваня выиграл. Ага. Не прикольно. Возможно, мы сюда еще рано пришли. У нас ни патрон, ничего нету. Так, в самый низ идем, потом поднимаемся сюда. Промахиваться вообще нельзя. Слишком он жесткий уж. Хорошо, граната. Гранатка. Сюда можно нам, сюда нельзя нам. Патроны здесь есть, патронов здесь нет. Это он бежит типа, что да? Блин. Атмосфера прям давит своим напряжением. Что у нас по записи? Сколько? 40 минут? Отлично. Закончим босса и пойдем заканчивать запись. Mm-hmm.
Так, я опять сделал скриншот. Прошу меня понять. А красиво получилось. Вряд ли он пришел поговорить. Да, навряд ли, я тоже так думаю. Про внучку хочу только свою рассказать там. Отбегаем. Это мера необходимости у нас такая. Это объединяем. И бежим дальше. Я, интересно, зачитал этот урон или нет? Он бузит. Он психует. Давай дальше, 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 дальше. Пока мы нормально идем. Два патрона все же проебали. Не смотривай, пожалуйста, в таких местах. Пожалуйста, не застревай. Играем в догонялки. Он не останавливается. Он не отстает. Давай, Леон. Шевели батонами. Максимально срезаем углы. Сам застрял. В этот момент, я понимаю, вот смысла нет убить. Гуляй, гуляк. 43 патрона. Нормально. А где он там выехал? Я здесь, а ты где? Он меня сучонком назвал? Ладно, поздно. Надо убить его, иначе никак. Да ладно. Я-то думал, его можно погладить, там, приучить. Да блядь. Что у меня еще есть? У меня есть нож только. И дробовик. И куча хила. Черт. Где он? Понял. Неплановая атака. Дай, ёб твою душу, мять. Привет, дядя Ваня. Помогите. Все же мы ученых именно так и видим. Почему?
он бежит за нами. На хардкоре это, блядь, довольно-таки тягостно. В обычном-то режиме это было тягостно. Встреча с дядей Ваней проходит как обычно. Опиздюливание, опиздюливание, еще раз опиздюливание. Вот в этот момент, что я должен делать, когда он закрывает глаз? Я типа должен по нему стрелять или что? Вот все, закончились пули. Дальше что? У нас остался один нож. Мне кажется, мы немножко рано к нему пришли просто. Это нет, это его не добило. А чё, как? Патроны, может, появятся? Или сбежать как-то можно, я не понимаю. Ну и все, ваншот. Нет, не ваншот. Ну а что делать-то, блять? Алло. Не хватает патрона. Baby shark, baby shark. Да-да, да-да. Ну и все. Блин, а что дальше смысл-то беготни? Короче, дохнем. Подыхаем. Тяжело. Тяжело.
едем снова. Едем. А что делать еще? Как его еще пройти? Берем, значит, сперва это. Первые три выстрела дадим дробовика. Что за... По идее, должно 40 попаданий, типа, идеальных. Должно хватать. Попаданий. Пропускаем. Вряд ли он пришел поговорить. Я тоже так думаю, Леон. Я тоже так думаю. Хорошо, граната. Будем кидать гранаты тогда, когда он упадет. Че нового? Да ничего, у тебя что там здесь, Вань? Как семья, как дети? Полегче. Тут мне позвонили. Так, блядь, тяжелый момент. Вюмен момент. А, он мне ничего не нанес. Спасибо, дядь Вань. Спасибо, я очень благодарен. Мы узнали страшную правду. Леона зовут Серый на самом деле. Его зовут Серега. Он бегает за ним и кричит Серый. О, ты открыл свой глазик, спящая красавица моя. Так делать нельзя, знаешь? Некрасиво. Ай, а так больно очень. Сука. Ты что, убьет меня? А, нет, у меня есть нож. Да. Все, и ножа больше нет. Как и меня-то, в принципе. Зато есть две грены, которые хуй пойми, как применить. В глаз. И чё? Он ушел в защиту или чё? Это как понимать? Да отстань ты от меня. Успокойся с миром уже, дядь Вань. Я понимаю, в этот момент, типа, его не нужно бить. Такие моменты. Надо убить, иначе никак. Иначе никак. Я тоже так думаю. Но вот как убить его, это уже другой вопрос. Ага, он исчез. Черт, где он? Хорошо, у нас есть 40 патронов, вот. И одна хилка. И его стоны. Да красивый, красивый. Ай, это больно было, наверное. Теперь он от меня убегает, или чё? Не-не-не, я передумал, не надо, дядя.
Не надо, дядя. Дядя, не надо. Не надо, дядя. Потому что... Да блядский поворот. Потому что ты... Угольки. Ну ты расист. Не хочу я идти к тебе. Я вообще тебя... Так, хорошо. Он впал в раж. Попали. Нормас. Еще раз попали, хорошо. Попали. Попали. Попали с пробитием еще. Не застревай, пожалуйста. Не тот момент, чтобы тебя застревать, девочек. Твою ж медь. Дай мне уйти. Помоги себе сам. Все кончено. Для кого-то может да, для кого-то нет. Ты где там? Опять ушел прыгать. А второй раз посмотрят, зачем это делать. Понял. Вопросов больше нету, опять звонят. Проснулась, ты открыла твои глазки. Ты куда ты пошла? Да, ломай, правильно, я тоже так считаю, что это говно, а не технологии. Что у меня здесь слишком мало места, чтобы развернуться. Ты прав. Да куда ты, блядь, уходишь? И побежали. Все по-старому. А вот это вот я промазал или попал, интересно? Так, ладно, у меня еще есть 20 пуль. Он закрылся в себе. Ты бежишь, и я бегу. Ты бежишь, и я бегу. Мы бежим, и мы бежим. Дожди капает по луже, дожди капает по луже. Да где, блядь? Опять неплановая атака. Да я видел твое красивое лицо уже, отстань.
В этот момент лучше не останавливаться. Ты опять гадик закрыл. Ну дядь Вань. Ну чем ты гадик закрываешь? Так ты же сам злишься, дядь Вань. Опять ты где-то наверху, проказник. Ну, дядя Ваня, ня. А, я понял, где мы должны быть в этот момент. Где ты? Я не могу больше ждать ответа. Может, мы просто его должны вниз типа скинуть? Я что-то плю, не понимаю. Нам анимация так на это и намекает же. Будь здоров. Отличка, кстати, смачная у тебя. Уйти, какой мэбер лозней. Опасно. Да супчик ты зеленый. Хватит уже гонять Леона. Отстань, дядя. Ну я уже реально от тебя устал проходить. Вот что тебе надо, дядя Леона? Пульт тебя можно всадить. Ты сам-то не устал. Просто 10 патронов осталось. Тебе вот бегать такой тяжелой рукой, дядя Ваня, не тяжело. С больной рукой. Ух, блять, как я не вовремя-то застрял. Типа меня пытается напугать или что?
Что вообще сейчас было? Он устал бегать, он решил меня обойти. Ой, бля. Патронов. Хорошо, 6 патронов. Три выстрела осталось. Наконец-то мы его прошли. Аллилуйя. Ой, душнило. Какой он нудный. Или мне его типа надо было здесь на колено уронить, чтобы он упал? И лестница, да, автоматом упала, конечно же. Мне кто-то помогает. Святой Дух, блять. Давайте сейчас наточим тычку от зомби, чтобы мы сдохли. А будет сохранение какое-нибудь после столь долгого геморроя? Я траву не вижу здесь. Здесь трава есть. Супер. Огонь. Четко. Так, оттуда мы типа пришли. Идем дальше. И что мы сделали? Мы подвинули мост. Нормально, короче, живем. О, вот и сохранение. Одна штучка, вы чё? Так, здесь в этой комнате еще что-то есть? В этой комнате еще ничего нету. У нас всего лишь одна баночка пороха. Ладно, сохраняемся. Всем огромное спасибо за просмотр. На этом этот выпуск мы закончим. Всем огромное спасибо. Всех люблю. Всем пока.